Областные власти обсудили и будущее Кировского аэропорта. Его хотят сделать таким же, как в столице, уточнил председатель правительства. В этом году была разработана проектно-сметная документация по реконструкции аэровокзала. Согласно документам, в здании увеличат число мест ожиданий пассажиров. Будет больше фудкортов, преобразится зона парковки. Ремонт планировали провести в этом году, но из-за пандемии деньги направили на борьбу с COVID-19. Поэтому реконструкция запланирована на 2021 год. Что касается направлений, кировчане будут летать в Сочи, Уфу, Екатеринбург и Калининград. Сейчас идут переговоры с Минтрансом и авиакомпаниями.